хочу вам сказать, в миру, которые живут, рожают детей, работают, трудятся и все прочее, тоже тяжелый крест. Таких миллиарды, все слышите? А в монашестве единички, единички, очень мало, особенно сейчас в наше время. Господь говорит как? Аще кто может вместить словесе сего, тот да вместит. Очень мало кто вмещает слово о монашеской безбрачной жизни. Это очень сложно, поверьте. Хочу сказать сегодня слово такое, слово в принципе простое, о монашестве, потому что сегодня совершается собор всех оптинских старцев. Вчера мы прославляли преподобного Амвросия, старца оптинского, сегодня собор всех старцев оптинских. И, конечно, всех затрагивает тема монашества того еще дореволюционного и монашества нашего сейчас современного. Вот перед нами, посмотрите, какая прекрасная икона, где изображены, как раз там вставлены еще мощи угодников Божьих, преподобного Льва Оптинского, можно сказать, основоположника старчества в Оптиной пустыне, преподобного его ученика Амвросия Оптинского и Анатолия Зерцава, преподобного Никона, преподобного Нектария, преподобного Варсонофия. 14 человек прославили в лике святых угодников Божьих, являются украшением сейчас всей нашей русской святой церкви. Сейчас есть очень много литературы, которая рассказывает нам о том состоянии, каково было в то время до революции в Оптино пустыне, почему она называется «Благословенная Оптина». Туда стремился весь Божий народ, чтобы увидеть хотя бы, побеседовать, взять благословение на путствие и мудрый совет получить на свою жизнь у великих старцев оптинских. Представьте, какое было благодатное время. Захотел человек, поехал в Оптину, на все вопросы получит ответы. Там были действительно прозорливые люди, которые указывали человеку, волю Божию открывали. Вот нам сейчас, вроде мы такие слова говорим, попробуй нам сейчас, так сказать, волю Божию открыть. А не каждый захочет еще и знать волю Божию о себе. Потому что мы сейчас самолюбивые, хотим исполнять не волю Божию, а свою собственную волю, как святые отцы говорят, бесовскую, демоническую волю. В то время люди были более религиозные и действительно хотели для себя волю Божию нелицеприятную узнать. И узнавали от старцев оптинских, которые указывали им четко, куда нужно идти, какое направление избрать в своей жизни. Когда шли к ним и шли просто как на суд Божий, что старец скажет, такую имели веру, то и буду делать в своей жизни. У нас сейчас много таких людей, которые так смогут сделать. Как скажет старец, так и буду поступать. Наверное, единицы только у нас сейчас найдутся. Там действительно было благословенное тогда время процветания оптинского духа. Так вот, братья и сестры, время это прошло. Это было благословенное время. Хотя даже в то время Игнатий Брянчанинов уже тогда говорил, что не находит духоносных наставников. Хотя в каждом монастыре были духовные старцы, в каждом буквально монастыре. Это просто в Оптиной пустыне было такое стечение, огромное количество этих старцев. А так каждый монастырь имел своего старца. Каждый такой большой приход имел маститого протоиерея, не хуже старца монашеского. То есть было духовное руководство по всей Руси. Иоанн Кронштадтский светил светом своим на всю Русь святую. То есть были руководители. Хотя уже намечалось оскудение веры, оскудение монашества. Что сейчас в наше время произошло? Я хотел бы поговорить сейчас как раз вот о нашем времени, о нашем современном монашестве. Сейчас, особенно вы очень часто смотрите интернет, вот, различные выступления, и кому не попадя, все критикуют современное монашество. А критикуют, знаете, те люди, которые даже в монастыре и никогда не были, и не жили, и не знают, что это такое. И нам все говорят, даже мирские священники, вот, что вы там за монахи? Вы должны больше поститься, вы должны больше молиться, больше поклонов вложить, больше святых отцов читать. Как же вы? Посмотрите, какие были отцы. А вы еще кто такие? Посмотрите на себя, какие вы монахи. Кто ж так живет? Вы только украшаете монастырь внешне, а внутренне вы как те пустые головешки, как говорил преподобный Серафим Саровский. Нет у тебя умного делания, нет молитвы Иисусовой. Ты как только кочережкой ходишь. Да, я с этим полностью согласен. Мы такие и есть. Вот возьмите нас и убейте. Такие мы и есть. Мы же этого не скрываем. Мы такие и есть сейчас.
Это последствия безбожной вот этой революции, которая унесла вот этих всех старцев. Почему монашество всегда процветало на Руси? Потому что вот эти были как раз живые сосуды, руководители, была преемственность от одного человека к другому. Можно было тогда прийти в монастырь, не прочитав еще ни одной книги про монашество. И вот эти живые сосуды Духа Святаго тебя всему бы тогда научили. Научили бы тебя, опытно научили. Вот представьте, хирург, который должен делать операцию. Вот. И он учится просто по книге. Он сделает когда-нибудь операцию или нет? Ему должны же показать, чтобы он руками своими пощупал. Тогда только сможет операцию. И то под наблюдением сначала опытных врачей, хирургов, своих собратьев. Потом что-то уже появится опыт. А мы сейчас где очутились? В каком месте? Мы сейчас все современные монашества очутились как на необитаемом острове. Это еще благо в нашем монастыре, что мы застали батюшку Зосиму. Это благо большое. Мы хоть немножко увидели, каков должен быть настоящий. Мы к нему, конечно, не приблизились в своей жизни. Далеко отстоим. Но мы хоть увидели, каков должен быть монах. Как нужно молиться. Как нужно Бога любить. Хоть со стороны немножко с ним пожили вместе. Вот. Насколько можно мы это уяснили, не знаю, на сколько процентов. А представьте, сколько монастырей, которые просто пришли, их благословил, допустим, правящий архиерей, благословляли, допустим, быть в монастырю, там какую-то взяли Машку игуменью или настоятеля, собираются, приходят туда братья, и какое же будет там монашество? Приходят какие люди в монастырь? Откуда они берутся? Как вы думаете? Нам же говорят, вы все такие, вы какие-то непреподобные, вы какие-то не святые, вы же должны быть такие, а вы не такие. Я говорю, откуда же они приходят? С мира же, вот вы сейчас стоите, вам сейчас понравится проповедь, скажет, и я захочу в монастырь пойти, батюшка, меня так тронул сердце, и я захочу пойти. Вы же как раз с мира и приходите все в монастырь, с мира, мир безбожный, и таких монахов-безбожников тоже рождают. Вот и все, самое простое. Раньше, когда было сильное христианство, и сильное было монашество, потому что с мира приходили уже духовно укрепленные люди, которые с молоком матери впитывали азы святаго православия. Сейчас, конечно, братья и сестры, этого нет. От нас сейчас все очень много чего требуют. Вы должны то, вы должны это, и молиться, и поститься. Я говорю, а вы не должны, что ли? Мы только должны. А пойди попробуй сам в монастыре поживи, и похлебку монастырскую попробуй, и искушения все пройди, и подчинение должен всем иметь, и смирение должен иметь, должен много чего иметь. Я не оправдываю себя, мы живем, конечно, нерадивой жизнью, но я застал то благословенное время, когда жил в нашем монастыре батюшка Зосима. Мы ни о чем не заботились совершенно. Вот действительно, ты пришел в монастырь, отдал полностью волю своей старцу. Что он тебе говорит, то и делаешь. Вообще ни о чем не думаешь. Самое было золотое время в монастыре. Верите или нет? Да. Сказал бы батюшке, бейся головой об стенку, я бы бился. Как раньше старцы тоже, знаете, как они, можно сейчас сказать, прикалывались, а они нет, они именно проверяли послушание. Говорят, бери, допустим, редьку там и сади вверх тормашками. Ну как она вырастет? Садили по послушанию, говорит, иди ее, или, допустим, сухую палку посади. Посадил. Теперь давай ее поливай. Ну, казалось бы, это же безумие. Как можно палку сухую поливать? Он ходит, монах, поливает каждый день. А там, представьте, Палестина, жара какая там печет. Каждый день. А вода находится на большом расстоянии. Ради послушания старцу идет, поливает, заливает. Проходит время, вырастает зеленое дерево и плоды приносит. Он срывает плоды, приносит старцу. Вот, отче, я принес от плодов послушание. Представляете, какое было время? Полностью отдал себя на послушание и ни о чем не заботишься. Старец обо всем позаботится. Он обо всем попечется в твоей жизни. Вот что такое настоящее монашество. Предание воли, свое стечение воли. И предание полностью духовному руководителю. И Бог уже через своего руководителя будет руководить тогда твоей уже монашеской жизнью. Вот как должно быть. А где же этих старцев набраться? Я бы сам хотел жить при таких старцах. Кто бы не хотел, скажите. И мы действительно были тогда другими, святыми. У меня сейчас бы уже бы ним, наверное, светился.
Вот. А сейчас такое время очень сложно. А нас сейчас все критикуют. Вы должны то, вы это, вам того не хватает. Что-то в монастыре вы не тем занимаетесь. Там чего только не выслушаешь в наше время сейчас. Вот я-то просто думаю, зачем же нас вообще в это время сейчас призвал к такому монашеству? Зачем он нас призвал? Наверное, нужно. Это уже понятно, что последние дни. Никогда уже не расцветет монашество. Никогда уже не будет Льва преподобного Авросия Оптинского. Не будет Яна Кронштадтского. Не будет Серафима Саровского. Ничего этого уже не будет. Все будет только сейчас идти на увядание. Вот только мы то, что еще услышали. И опять же, вот по поводу батюшки Зосимы. Преемственная связь. Потому что он еще застал тех людей духовной жизни. Он еще застал Иоанна Крестьянкина, с ним общался. Многих еще застал духовных людей, вот, которые еще жили в его жизни. И он нам передал еще ту еще почву, которая еще, можно сказать, была преемственна, еще, а даже шла от Оптиной пустыни. Почему он говорил, батюшка Зосима нам всегда говорит, я желаю вам стяжать дух мирный, который был в Оптиной пустыне, чтобы вы хоть немножко почувствовали. Он еще, помню, при жизни говорил, у кого есть возможность, поедьте в Псково-Печерский монастырь и пообщайтесь со старцем Яном Крестьянкиным. Вот в нем действительно дух мира и любви, чтобы вы хоть немножко почувствовали, увидели, что же это такое. Так что, братья и сестры, можно много чего говорить, не хочу оправдываться, но вот эти грамотеи, которые нас все критикуют, я всем говорю, пойди сам в монастырь и поживи. Все, сразу все станет на место. Был такой еще тоже случай, я как-то приводил, это произошло тоже, кажется, в Оптиной пустыне. Приходит послушник к своему старцу, уже пришел в монастырь, уже на послушание все. Вот, ему старец говорит, такое тебе послушание, иди, вот, в день тебе 3 поклончика делать. Он на него посмотрел, ты что, отче, я в миру 1000 поклонов каждый раз делал. Я тебе благословляю 3 сделать. Думает, что это, издевается, что ли, что это за старец такой. А потом прошло, время проходит, ты знаешь, отче, даже не могу 3 поклона положить. Он говорит, а что ж такое? Потому что по послушанию, там я по своей воле 1000 ложил, а тут по послушанию. В миру какие мы подвиги делаем? Сюда придешь, сразу тебя к земле прибьет, сразу Господь тебя смирит. Сразу тебя начнут все искушать, и братья, и сестры, и начальствующие, должен всем подчиняться. Не просто жить в монастыре. Ну и говорят, а что вы там, те монахи, что вы делаете? У вас за свет вы не думаете, как заплатить. За газ тоже не думаете. У вас вас кормят, вас поют, у вас все есть. Пришел, помолился, развернулся в келью и пошел. Хочу вам сказать, в миру, которые живут, рожают детей, работают, трудятся и все прочее, тоже тяжелый крест. Таких миллиарды, все слышите? А в монашестве единички. Единички, очень мало, особенно сейчас в наше время. Господь говорит как? Аще кто может вместить словесе сего, тот да вместит. Очень мало кто вмещает слово о монашеской безбрачной жизни. Это очень сложно, поверьте. И мало кто приходит. А так все говорят со стороны, да что там такого сложного? У вас так все легко, у вас так все хорошо, обо вас уже позаботились. Как говорят, за простым человеком ходит один бес, а за монахом 7 бесов ходит. И каждый бес его один за ухо тянет, другой за волосы. Вот видите, все волосы уже бесы повыскубали, заразы такие. Вот, искушают нас эти бесы, дергают нас со всех сторон. Попробуй справься. Когда есть старец, когда было в то время благословенное в Оптине, у них такое ввели такое обычай, и это очень хорошее обычай, была исповедь помыслов. Вот каждый монах в течение, скажем, в конце своего дня приходил к своему старцу, и все, которые были, помыслы возникали в его уме, все, что за день было. Он все рассказывал. Расскажет все. А помысл это что такое? Это предварительное дело греха. То есть, если ты не поисповедовал помысл, грех потом совершится. А так все и поисповедовал. Старец тебя еще наставил, рассказал все, что как нужно. Все, все уже лопнуло, все прошло. Дальше живет человек, подвязается и опять спасается, опять же, с помощью своих старцев-руководителей. Я, честно говоря, про эту тему очень можно много еще долго говорить, очень много. Я просто вам хочу передать смысл современного монашества, того, которого было. Тогда были руководители, а сейчас мы гребем сами как можем. Как можем. Батюшка Зосима еще говорил, сейчас пока я еще с вами есть, я о вас забочусь, не будет меня. Вот, каждый позаботься о себе, не будет здесь у нас никаких нянек.
Каждый должен о себе позаботиться. А как многие приходят в монастырь, а почему мне не уделили внимания? А почему мне так мало времени уделили? А почему это? Почему? Я думал, что вы здесь все святые преподобные, а вы, оказывается, не такие святые. Вы обычные люди. Я думал, что здесь святость. А на меня накричали, что это за монахиня такая. Да мы обычные страстные люди. Попробуй стать такими, как они. Даже в это время, в благословенной Оптиной пустыне, когда были такие светильники, и тогда даже монахи уходили в мир и женились. Все слышите? Даже в те времена, когда были такие светильники. А как сложно сейчас современному монашу. Особенно сейчас. Я, в принципе, пришел в монастырь в 2000 году. Не было вот этих еще всех гаджетов, не было телефонов, этих гадов всяких, планшетов. Не было тогда еще развито интернет. Так, нам было как-то все проще. То сейчас современная молодежь, кто ходит в монастырь, им надо просто памятник сразу поставить. Потому что современные технологии так сейчас засасывают людей, что очень сложно вырваться, особенно молодежь когтями вцепилась. Сейчас куда ни кинься, едешь в поезде, все сидят в этом, все. Где-то идешь на улице, все в наушниках, все в каком-то живут виртуальном полностью мире совершенно другом. И чтобы с этого вырваться, прийти в монастырь и молиться, и поклоны сейчас сложить в современном мире, поверьте, это очень сложно. Знаете, кто в основном сейчас приходит в монастырь? Сказать вам? Наркоманы, пьяницы, кому некуда деваться, бомжи, вот, и игроманы. Все, жизнь уже так скрутила, что он уже не может за собой. Батюшка, примите, я буду все делать. Я буду. И потом эти люди постепенно, не все, конечно, многие уходят, а некоторые начинают исправляться и воцерковляться в Церкви Божией, в монастыре. Вот так сейчас происходит в основном. А так, чтобы пришел чистый юноша или девушка, это очень сейчас вот, редкое явление. В 90-х годах это было больше, сейчас большая редкость. Так что вот так сейчас тянем эту, мы, можно сказать, такую лямку, которую нам Господь сейчас дал. Стараемся, то, что от нас зависит, стараемся что-то делать, молиться, трудиться, со своими бороться помыслами, с искушениями. Насколько это получается, сам Бог только один видит, стараемся. Понятно, и мы себя не осознаем, монахи. Это понятно, что мы все черные головешки. Нам об этом говорить не нужно. Мы не можем сравниваться с тем временем, со всеми старцами. Но насколько у нас есть возможности, стараемся приблизиться к Богу. Так вот, братья и сестры, многие еще говорят, что зачем это нужно, монашество? Особенно в нашем, оно вообще не нужно. Это одно какое-то, они безнадежные эти люди, они занимаются непонятно чем. И помните, были такие искушения, что при Петре Первом там истребляли прямо монастыри, выгоняли с монастырей молодых монахов, там солдат старых поселяли, знаете, это все. Такое хочу вам такое небольшое, тут очень много всего, я уже и так затянул время, хоть немножко вам прочитать мудрые слова вообще о монашестве, кто его любит, кто не любит и чем это отражается. Современное восточное монашество утеряло тайну нового бытия, которая скрывалась в умном делании. Знаете, что такое умное делание? Молитва Иисусова, трезвение ума. И обрекло себя на уничтожение. Потому духоносных руководителей не стало. И нам нужно спасаться, знаете чем? Писаниями отцов и молитвенными слезами. Исчезновение монашества и овеществление духа – признаки конца. Благодатных наставников нет. И остаток христиан должен спасаться писаниями отцов и молитвенными слезами. Еще сейчас немножко вам прочитаю. Вы еще не устали, нет? Монастыри, эти хранители умного света, разрушились, потому что само монашество разрушило основу монастырей, оставило умное делание. Оставление умного делания и увлечение монастырей в последних временах стяжанием внешнего довольства и славы, увлечение внешним благочинием и пышностью было тяжким грехом и дерзким нарушением данных монашеством обетов. Долготерпение Божие не потерпело попрателей обетов и предало их грозному суду. Монастыри разрушены и монашество упразднено. Это говорится о времени, когда пришла страшная революция. Призвание монашества заключалось не в том, чтобы только носить черную одежду отречения, а жить по-мирски, отделившись от внешнего мира в монастырях. Путем такого внешнего искаженного монашества многие шли, не разумея умного, сокровенного смысла, истинного Божьего иночества. Здесь, конечно, очень умные слова, очень много говорить. Я вас буду щадить, потому что нет времени уже, вы все устали. Единственное, что скажу, что знаете, братья и сестры,
То, что сейчас такое монашество, оно угасает. В этом есть тоже промысел Божий. В чем заключается промысел Божий? Я вчера вечером говорил, если монашество будет сейчас кипеть своей полной жизнью, будут такие старцы, будет распространенное монашество, если будем настоящими иноками, то конца света никогда не будет тогда. Никогда. Только когда угасает монашество и христианство. Потому что монашество, говорят, совесть церкви, монашество – душа христианства. Вот когда оно уже угасает, когда душа умирает, тогда уже будет и пришествие Господне. Этот мир все равно как-то же должен закончиться, правильно? Он же не бесконечный. Придет время конца этого мира, пришествие Господне. Так вот, знамение последнего времени – это то, что сейчас в монастырях уже оскудела монашеская жизнь. И в преддверии уже Антихрист и пришествие Господне. Вот сейчас мы смотрим на это время, это действительно уже мы чувствуем, что ждет нас всех впереди. Вот. И сказано еще в этой книге, что кто не любит монашество, тот не любит христианство. Кто ненавидит монашество, тот ненавидит Христа Жизнодавца. Так что, братья и сестры, в миру, которые говорят, что не нужно монашество, это дух не Христов, а дух антихристов. Всегда христианство держалось, вот как такое на мощной основе, на святом монашеском житии святых угодников Божьих. Не будет монашества, и христианство тоже умрет. Дай, Господи, нам всем, нерадивым монахам, с Божьей помощью донести свой монашеский крест до конца. И вам, дай Господи, братья и сестры, приезжающие в монастырь, потому что мне многие говорят, вы знаете, батюшка, приезжая в монастырь, получаем утешение, окрыленными отсюда уезжаем. Я думаю, ради этого нам стоит, наверное, подвязаться, и вам слово благодатное говорить, и служить монашеским чинам, долгие монашеские службы, чтобы вы тоже получали от этого помощь, и нам, дай Господи, вразумление от Бога, спасаться, как сказано, писаниями святых отцов и молитвенными слезами. Аминь. С праздником, братья и сестры. Вот такое сегодня сказал, можно сказать, грустно-печальное слово. Мы открываем глаза на правду. То, что, как говорят, маемо хохлы, то маемо. Вот. И батюшки Зосимы мы тоже говорили эти слова, пророчества святых отцов, которые говорили, что в последние времена монахи будут жить как мирские, а мирские как свиньи. А батюшка Зосима говорил, а вы что, хотите как свиньи жить? Мы говорим, нет. Живите, значит, как, хотя бы как мирские. Это все равно что лучше, правильно или нет? Вот мудрый старец в наше время нам дал такой совет. Лучше быть мирскими, чем свиньями. Но с Божьей помощью и свиньи мирские все спасемся. Вот, с Божьей помощью и в разум истины придем. Аминь.